Анапчанин устроил дома склад из 6 единиц огнестрельного оружия и 875 патронов. Дежурную часть отдела МВД России по городу-курорту поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из местных домовладений. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ссора между мужчинами возникла после распития спиртных напитков. Прибыв в домовладение 64-летнего жителя Анапы, по его сообщению о конфликте со знакомым, сотрудники полиции обнаружили незаконно хранящуюся его жилище, оружие и боеприпасы. Всего изъято 6 единиц огнестрельного оружия, около 900 патронов различного калибра, а также металлические банки с порохом общей массой более 1,5 килограмма. В настоящее время следственным подразделением ОМВД России по городу Анапе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.